Вот все, следующее видео. Предыдущие бои в предыдущем. Кленнер. Чистильщик. Мусорщик. О, как? Попал. Да ёлки-палки, обязательно кто-нибудь все испортит. Нет, зеленка их не достала. Блин, 8-8. По крайней мере, решетка меня спасла. Было бы сейчас 8-9. Потому что вот этот чувак меня реально хотел убить, который куда-то сюда забежал. Смотри, какие пацаны, да, как играют. Я тут вообще торможу что-то. Тут с Мейлштромом, блин, бегает. Нахерачивается. Сколько он набил, на первом месте стоит? 12-5, нормально. Чё, а он этим, как его? Разведом. Ой, разведом, наемником. Он, может быть, я просто не смотрел. Может, это авиаудар у него, поддержка. Много набило. Я когда таким играл наемником, когда-то я поддержкой только так фигачил. Может быть, сейчас посмотрю, у меня есть этот наемник. Поддержка авиаударами я набивал. Ой-ой-ой, как. У меня есть наемник, нет? Должен быть. Вот он. Ну-ка. Авиаудары. Привет.
Блин. Окружили демоны. Туда не достает. Нахер надо? Чё-то не идет нифига. Три 13. Да вообще. Не, ну наемник с этим... Вэрпауэром уже, он просто вообще далеко не берет. Вы видели, да, на каком расстоянии я пытаюсь прижечь, и нифига. Это ж отстой вообще. То есть только вблизи я должен выходить на близь с противником. На ближний бой. Одного вот этого я в голову там раз поймал, видели, да? Из контейнера вышел и это... Взял его. 3.13, я просто игру только и знал, что умирал. Хера себе.
8-10. О, мы выиграли. Ну что-то не идет у меня игра. В двоих тех стрелял, 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 стрелял. Они живо остались, убили меня. Интернет, что ли? Да интернет все вроде хороший. Ну не скажешь, да, что все на читах. Thank you.
Да что такое? Прицеливается. Что-то как-то странно. Странно как-то все это. Он вообще не вкуривает, что? Что тут разведчик против него играет? Thank you.
Где-то здесь они сейчас. Время. Блин, у нас счет лучше. Игровой. Но мы продули. Три точки вышел. Ладно, хорош на этом. Спасибо за просмотр, ребят.